Всем привет! На Горький ТВ афиша на выходные. Начнем, как всегда, с музыки. В Мило Концерт Холл приезжает глэм-рокер из Калифорнии, группа Black Veil Brides. Если вечером воскресенья вам покажется слишком спокойным и томным, то в 6 вечера можете смело доставать свою старую кожаную куртку из шкафа и выдвигаться на выступление. Переходим к развлечениям более спокойным. Все так же в воскресенье, но уже в Кремлевском концертном зале. Можно послушать Артема Варгавтика. Это преподаватель и музыкальный обозреватель единственного в стране канала о культуре. И под занавес, как всегда, о кино. Рассел Кроу дебютирует на этой неделе в роли режиссера с драмой «Искатель воды». Критики говорят, что картина ничем не отличается от всех фильмов с Расселом Кроу в главной роли, но снятых другими режиссерами. Но в целом оценили эту историческую драму как положительную. Оцените и вы. Всем приятных выходных. Я должен был воспитать в мальчиках мужчин, но подвел их. Ты ищешь воду, а своих собственных детей найти не можешь. Когда их трое сыновей погибли, Элайза не смогла это пережить. Я их найду, милая. Найду и привезу домой. Напоминаю вам, что это запретная территория. Здесь опасно. Простите, но вы должны выйти. Может, поможем ему? Ты же знаешь, каковы шансы найти этих мальчиков. Ардор, верни братьев, но постарайся обойтись без последствий. Если это твой сын, его забрали в плен. Он умер не здесь. Я обещал их матери, что найду и верну сыновей. Если ты найдешь его, что ему скажешь?